Ой, мы случайно убили клоуна. Это первый клоун. Ну, так что, всем привет, у меня Топот Клан. Сегодня у нас будет видео по моему Playground. Я вам хочу выпустить одну новость. Сообщить, я выпустил машину. Что-то типа Драгогара, но он деревянный. Ой, надо остановить ее. Все. Вот. Правда... Это еще первая версия. У меня есть еще 3 версии. Но чувствую, что эта машина будет не очень прочной. Но лучше не покупать, потому что я даже сам не знаю, как это произошло. Эта машина вообще мой друг соорудил мне. Ну, когда в него помещают чела, то там Мел, например, то он, у него просто либо голова, либо... Ноги отрываются, потому что машина узкая, Мэл не помещается. Вы представьте, что он построил. Да, это не я, кстати, строил, это мой друг строил. Ну так, ладно, перейдем к обзору. Эта машина стоит из вот такого вот механизма и рычага. Если нажать на рычаг, то машина поедет. Сейчас протестируем. О нет, только не на меня! Не надо на меня ехать. Ну вот, вы уже увидели. А если назад включить, то машина перестанет ехать. То есть, это назад переключает, это что-то типа тормоза. Ну, а вот, вот эта вот штука, вот этот железный механизм нужен, я не знаю зачем, мне друг не объяснил. Все это он строил, у него все вот эта инструкция. Можете сами все у него в этот все расспрашивать, правда он канал сейчас свой не создал. Ой, ногу сломал. Ну, у него еще канала нет, по-моему. Ну, скоро выйдет. Ну, короче, там проспрашивайте у него про эту машину, короче, все. Вот эту фигня он не подключил, короче. Ну ладно, все, обзор заканчивается. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Хотя, подождите, еще эта машина не очень прочная. Она из дерева, поэтому она может поломаться. Ну ладно, теперь всем точно. Всем пока.